Вопрос у Юрия. Как излечиться от ветрососудистой дистонии? Я написал, как она проявляется, после чего обостряется, после чего наступает лучение. Ответьте на эти вопросы. То есть, когда человек отвечает на эти вопросы, у него уже возникает понятие, что что-то спровоцировало это вегетососудистую дистонию. То есть, сосуды перестали нормально как-то там работать. Когда надо сокращаться, они там расслабляются. Когда надо расслабляться, они там сокращаются. Я так это понимаю. И понаблюдать за собой, чем это вызывается. То есть над собой надо работать. Надо работать. Придя в больницу к врачу, по крайней мере раньше, врач вас спрашивал, как это проявляется, в чем это проявляется, сдайте там потом уже сдайте анализы и так далее. То есть он хотел понять, что, что, к чему. Так точно и вы. Когда вы начинаете анализировать, что было до этого, там в течение недели, в течение двух недель, то становится понятным, почему у вас возникла вот ветрососудистая дистония. И далее, поняв ее причину, поняв это, вы стараетесь этого все избегать. То есть здоровый образ жизни это как раз то понятие, в результате чего вы избегаете вредных на вас воздействий, а оставляете то, что наоборот вам помогает. Вот и все.